что ты недоволен чем? Да дворники раньше за день вручную чистили. Здесь на тракторе по прямой. Дворников ругать будут. А здесь, там же не написано фамилия или что-то этого водителя. Техника в руках варвара. Может, кусок металла. Может быть, вот про таких говорят. Слушай, может быть, у него самое главное, сколько он солярки потратил, это основное? Да нет, ему самое что успеть дочистить до того, как с работы с исполкома пойдет. Я думаю, что а завтра другую половину будет. Что ты Гуру Праву так назвал, странно? Ну, кто старый пень такой же, как и я, тот поймет, что это я про старые времена еще. Да, как у нас в Алису? Ты живешь вообще по старинке. Ты мне лучше скажи, это важнее. Да нет, стоит. Я говорю, елка устояла, да нет, стоит. Это как понять? Упала, значит? Так слушай, цирк, Димка Киев там живет на площади, это он позвонил, это, ну, видно, по 112, говорит, что елка наклонилась, я ему в ответ, но она же не упала. Ну и правда, вот она как наклонилась, смотрите. И с той стороны опасная зона. Приехали, ленточками градили, все меры, Надя, куда она такая стоит. Так слушай, ну смех-то плохой. Если она упадет, она же убьет кого-нибудь. Так вот, так оградили-то, там надо было полностью проход до дома, чтобы не проходили. Там да, елка-то очень высокая. Около эркиоска она не достанет, там люди ходят. А вот где здесь ходят, там достанет сразу. Где здесь, ты имеешь в виду? Вот... Около, где комиссионка? Ну да. Это вот если лицом к елке стоять с левой стороны, да? Да, да. Да, это опасно, конечно. Ой. Безобразие. Ну, правительство-то старое осталось. У нас, ты имеешь в виду, в городе. Да, выборы целый месяц шли, выбирали, и выбрали те одни и те же, которые... Нет, не так, ты неправильно говоришь. Выбрали-то новых, но старые пока еще не сдали свои позиции. И... Ну... Они же твердо на своей позиции. Нет решения суда, значит, мы не подсудны. Тоже правильно. Получается, если нет решения, что ты что, в чем-то не прав, значит, зачем уходить с этого места? Ну, при новом правительстве они должны работать по-новому. Но они при новом правительстве работают по-старому. Понятно. Как прямо Дед Мороз. Столько конфет. Согласно заказу. Согласно заказу. Черника. $26.95. Конфеты $4.99. И черника... А, черника без скидки. А ты же говорил, что со скидкой. Нету. Слушай, а... Так вот, я тебя за 5 стригла, а это... Это я проявил инициативу. Праздники на носу. И ты решил ей подарить, да, на коробку конфет? Да. Какой ты джентльмен у меня, прямо молодец. Новый парикмахер, надо... Подлизаться? Да. Чтобы она тебя красиво стригла, да, и принимала вне очереди. Да. Молодец. Я же тоже подарила точно так же на коробочку конфет. Молодец. Правильно ты. Чья школа? Да. Так и надо. Надо уважать. Я так думаю, что надо уважать. Да. Приятно же женщине. Приятно делать приятное. Да. Недоволен. Ну, куда вот я ягодки буду докладывать? И ягодки? Варенье, да. Ягодки. Это не варенье, это свежая клубника, как протертая. Для меня это одна малина. Нет. Все. Нет, вот это не одна. Взяла побольше бы тарелочку тогда. А теперь что? Я хочешь, думаю, по тарелочке. Хочешь, я тебе салатницу принесу? Глубокая. Бестолку на эту тему уже разговаривать с тобой. Да ты что? Боишься все, что я не наемся нафиг. Уже через края уже. Какие еще претензии? Это тоже год. Он меня поддерживает. Что за семья у меня такая? Он молодец. Вот вся в заботах. Вся эта самая, полы намыла, елки-палки, башмаки начистила, в которых чёлка моя. Которые ты в подвал ходишь, елки-палки. Вот именно. Что там чистить, если я по снегу хожу? По какому снегу? В по подвал. Такому. А я всегда, когда с подвала выхожу, я чищу об снег это все. Ты что? Да. А я намыла с мылом, как следует. Молодец.
Вот, и опять не так. Ну, вот сейчас пойду. Еще опять... и Патрик обгавкал. Сейчас пойду в подвал, опять запачкаю. Нет, ты наденешь, как у врача, когда приходишь, знаешь, вот такие. Ага, бахилы. Да. Заставлю тебя. Надо поискать, может быть, и есть. Пакеты магазинные. Их избыток. Да. Кот. Маловато. Кот-бегемот. Маловато. Да. Все вошло. Все вошло. А ты так отчишь. Еще перемешать надо. Зачем портишь? Отвяжись. Ты вот так вот любишь? Я так не люблю. У меня что? Я люблю красиво. Вот так вот. Раз-раз. Красиво. Чтобы эстетично было. Ты меня со своей эстетикой. 26 лет мучаю. Мучаю 26 лет. У тебя есть возможность изменить жизнь. Не хочешь? Зачем мне ее менять? Все едино, да? Да. Все одинаковые. Хорошие пока где-то на стороне. Когда свой муж становится, начинает пилить. А когда жена пилит каждый день, это как? Это не так, не то съел. С любовью. Не с любовью. Не то сказал. Ну вот вас что превратил кашу? Так красиво было. Во. О, какая. Какая тут вещь приехала. Чистят нам. Смотрите. Трудятся аки пчелки. Вот, город засыпало. Они ночь на дворе, 11 вечера, 12 час ночи. Я думаю, что там такое сверкает? А это трудятся, трудятся, чистят. Чистят дорогу, чтобы можно было проехать к вечерней школе на машинках. И стоянку около учебного центра, где учат водительскому мастерству, тоже почистил. Да так тщательно, посмотрите. Конечно, сверкают так огни. Я думаю, что же там такое сверкает. Спать мешает. Во, как старается. Вот так, молодцы. А в городе все ворчат. Вот, снегом засыпало. Конечно, не успеть везде почистить. Даже нашу дорогу приехали и почистили. Правда, около нашего дома чисто было. Но почистили. Очень даже усердствуют. Молодцы. Вот так вот пробиваться к кормушке надо. Трубку сначала прокопать. Вон, пустая кормушка уже. Только вчера целый большой пакет насыпали. Снег все шел, снег все шел. Я за ним вслед. Длинен путь и тяжел, а привала нет. Он сплошной пеленой тайны все покрыл, и играл он со мной пару мягких крыл. Соседка, наверное, дает указания, как правильно надо что сделать. Ох, я так понимаю, с этой болтовнёй и с такими сугробами до обеда будет прокапывать путь. Как раз суп успею сготовить. Видела, какое небо красивое. А я готовлю супчик из кабачка. Завтра мне ехать в Таллин. Четверг. Очень красивое небо. Надеюсь, что очень даже повезет. И с погодой, и с дорогой. Чего ты принес? Батончик, сливки. Сливки, это сливы ты имеешь в виду? Сливки. Ну и как там на улице? Покусывает. Слушай, покусывает. Я тебе про то, что почистили или нет? Ну, идти-то уже можно, а елка? Стоит. Так наклонена и ограждена, да, и все на этом? Да. И не исправили? Нет. Ярмарка в пятницу будет. Где, здесь? На площади, да. Ну, понятно. Ладно. Ты дальше, что ли, гулять? Да. Картошечку тушу с мясом.
место на ужин. Здесь у меня суп с кабачком сварила. Это на вечер. А муж принес вот орехи. То у него кончились орехи уже. Белый хлеб. Вот такие вот орехи. Хлеб, булка моя нелюбимая. Вообще не люблю такую булку, но муж настойчиво покупает. Вот на 5,63. Так, сливы. 88 центов, сливы евро 57 и орехи 3,18. Ну, вот такая слива. Все. Считается Фазер хорошая фирма. Ну, не знаю. Мне больше, конечно, другая нравится. Ну. Жарит, если даже неплохо эту булочку. Ну, в общем, может быть, я и не права. Как муж говорит, заелась. Ну, по-другому говорит. Боже мой, солнышко вышло. Какое счастье. Вот. Не только плохая погода вьюга. И хорошая тоже. Надо же. Позавчера вьюга была, а сегодня вот как. Ну, муж говорит, мороз сильный. У нас соседка с собачками гуляет со своими. О, какое солнышко. Давно его не было. Ну и все. Вот посветила чуть-чуть и спряталась. Все. Вот у нас сосед чистит тоже дорогу. Это что за... Колокольчик, колокольчик. Что за наглость? Ты куда собрался? Ты только что в обед сидел и говорил, ты не можешь согреться. Ну и что? Так что дома сидеть. А куда шлындать пошел? Вокруг аллейки. Вокруг чего? Аллейки. Интересное дело. Нас сегодня с Патриком... Патрика вообще привел и моментально вышвырнул домой. Если он замерз, он сам повернул. Ты не замерз. Ну, ты тоже пришел и сказал, согреться не могу. И что ты мусором трясешь? Я дурной. Мне простите. Что ты мусором трясешь? А выкинуть-то его нужно. Ну так а что ты хвастаешься? Чем я хвастаюсь? Один тут нализывается, сидит Патрик. Кто тут лижется, сидит? А я должна сидеть дома. Я вам месть приготовила. Я завтра уезжаю. Будете вдвоем здесь. Вдвоем сидеть, скучать. А в ответ тишина. Патрик. Патрик. Патрик тоже спрятался, не желает. Кто тут пижаму бросил, а, Патрюшка? Кто пижаму бросил здесь? Ой. Слышишь, что я говорю-то? Что я вам месть приготовила. Завтра будете скучать вдвоем. Судьба. Вот так. Сделала вот такой вот салатик. Здесь такие салатные листочки. Вот. Зеленый лук. Огурчик свежий. И вареные два яйца. Со сметанкой. Картошечка у меня потушенная с мясом на ужин. Муж придет, будем ужинать. А что, столько много получилось? Столько много получилось, да. А за два раза слабо? Да, слабо. Почему? Потому что только хождение по магазинам у меня будет, нафиг мне это нужно. А тебе хочется... По свежему воздуху надо. И что? Ничего.
Ничего себе. Вот я тебе говорю, ничего не трогай. Приду, отнесу, все. Ты долго еще? Гудбай. Маленький кружочек у меня остался. Ну, вот такое видео у меня получилось для вас. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Особое спасибо всем тем, кто пишет их постоянно и поддерживает меня и мой канал. Заходите ко мне почаще. Пишите, я очень жду. Счастья вам, любви, чистого неба над головой, здоровья, достатка. И всем пока!